Что, покатаемся на Поклонной горе? Обычно ремонты всякие. На Красной площади хотя бы ремонта нет. Везде шум, а? Вот преследует меня это прям. На Красной площади не было так. Вечно везде что-то ремонтируют. А места, конечно, здесь хорошие. Я здесь был один раз в детстве, по-моему, в школьные годы еще, когда только открыли его. То ли от школы экскурсия была, то ли что, не помню. Но я помню только стелу и музей сам. А сейчас возможность будет объект весь объехать. Для катания это будь здоров. Так, это памятник Церетели жертвам войны.
Оживленное движение-то здесь. БМДшку ставит. Мам, ну что, его включили? Я нет, ничего не трогала. Даже все лезет под колеса. Так, это памятник воинам-интернационалистам в Афганистане, которые у нас выполняли свой долг. Табличка с подписью. Так, здесь, по идее, уже угол, конец парка. Просто место для отдыха. Так, парковка. Парковку надо тоже посмотреть, раз уж все смотреть. Парковка как парковка. С лысосом паренек. Спецназ. Так, ну здесь ничего примечательного. Я сегодня без шлема, потому что ехал конкретно в парк потихонечку поездить.
без всяких этих ваших там паркуров. Так, это синагога. Здесь просто аллея. А это итальянским или кому испанским, забыл, добровольцем. Союзником. Так, это у нас мечеть, по-моему. Я не помню. Такой поворот резкий, на скорости не пройдешь. Понятно, как обычно, ремонты всякие. Кинотеатр. Вот это я не знал, что здесь есть кинотеатр. Или это здание музея? Здание музея, наверное. Конструкторы какие-то. Вся еда закрыта почему-то, а я как всегда есть хочу. Так, ладно.
Сейчас небольшой зожный перекус, потом продолжим экскурсию. Ну вот, подкрепились, продолжаем экскурсию. Плохо, конечно. На ремонт попал. Спасибо. Но я уже запланировал, так что надо было ехать в любом случае. В следующий раз то весной, наверное, когда закончу здесь все ремонтировать, можно будет приехать. Главному монументу не подняться, блин, конечно, плохо. Все, русские врачи. Какое удовольствие. Так, здесь что у нас? Храм. Военная техника, инженерное сооружение. Отлично. Нам туда. Военные едут. А почему вы не ездите по велодорожкам? А потому что по ним ходят пешеходы. Сувенирчики, модельки, ПВО. Ага, тут платный вход. Сейчас сойдем как-нибудь. Так, касса. Сейчас занял. Оп. Детка, иди сюда, Сонечка.
Держите, я ухожу. Давайте, да. Точно, значит, туда надо. Освободите проход, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, а на экспозицию билет покупать? Я понял. Здравствуйте. Полный, пожалуйста. Один. Да. Ну, я так понял, это на все, да? Хорошо, вот такой, да. Спасибо. Спасибо.
Ну да, советский пограничник. Без катков стоит танчик. Т-26, похоже.
Кто-то 44 угол листа перегнул. Ну такой как говори.
Интересно. Народу много только. Where is the battleship? Excuse me? Where is it from? Russia? Yeah? Okay. Moscow? Moscow. I'm leaving Budapest. Welcome. Thank you. Yeah. Welcome. Okay. Thank you. Спасибо. Interesting. Interesting here. Yeah. Okay. No, thanks. Так, подходим ко флоту. Экспозиция. Опять тут ремонт. О, корабли. Круто. Моряки трудятся. В рабочей форме. А, вот мечеть. То большое здание, здание музея было. Что-то не сориентировался. Мощно тут. Да, махины такие, конечно. Франция. Торпедный катер. Наверное, вода. Тут, видимо, вода налита, когда ремонта нет. Выглядит все приятнее, поинтереснее. Сейчас, конечно, не очень. Думал, буду кататься по парку. В итоге пошел на экскурсию и хожу. И интересно, морская железнодорожная трелиска установка. Да, масштабненько.
Какая масса-то у нее, интересно. А, вон, да, это забыл 3000 килограмм. Ага. Просто 3000 килограмм. Ну, вот это, конечно, внушительная вещь. Железнодорожные колеса выглядят на фоне всей конструкции такими маленькими. Как на самокате по сравнению с его размером тоже. Вот. Хотя они не маленькие отнюдь. Так, надо подключить пауэрбэнк, наверное, чтобы не разрядило сам неожиданный момент. Сейчас прервусь на минутку. Так, мы снова онлайн. Шмель. Да, виды, конечно, здесь не самые хорошие. Так. Смотрелся. Так, ладно, поедем дальше, посмотрим, что еще тут есть интересного. Справа налево вниз. Так, надо на ту сторону. Так, обогнуть. Перчатки надеть. Так, поехали. Я не фотографировал, не снимал. Армия против фашизма, мы были вместе. Самокат от памятника уберите.
Давай Музей Победы. В музей тут я точно не пойду с самокатом. Другой раз пешком, когда буду. Я причем почему-то запомнил, когда в детстве был, что мы опускались вот где стелла, под ней музей подземный. Там диораму еще я какую-то помню смутно. Лето на Багратионовской было. Музей 812 года. Не могу вспомнить. Давно было. Тут еще и аттракционы есть. Машинки мои любимые. Парк, чего только нет. Так, тут уже выезд. Мы еще не все осмотрели. Так, там есть какой-то проезд?
хочу туда идти. Басаем, что ли? Ой, обходы везде. Непонятно вообще. Собственно, вот самый вид хороший. В общем, на самокате, если ездить, не такой уж и большой парк. По аллейкам прокатиться, он сейчас в Оболем был, кстати, и все.
мемориал ликвидатором Чернобыльской аварии. Все, поехали, ладно. Поговорить не получилось. Люди кругом. Да и у монументов говорить как-то лучше помолчать. Ой, ходят, гуляют по проезжей части. Вот так вот. Картинка трясется. Ой, вообще некомфортно так ездить. Тут из метро, когда вышел, вообще подумал, что на площади Тяньаньмэнь не вышел. Столько китайцев, туристы, все. Начинаем с того.